Водители на дорогах все чаще демонстрируют неадекватное поведение. Пример тому случай, который на днях произошел в Липецке. Молодой человек сбил на переходе 80-летнюю бабушку, потом решил оказать первую помощь и попробовал буквально запихнуть пострадавшую в свою машину. Но то ли сил не хватило, то ли передумал в процессе, но в конце концов просто бросил пожилую женщину на дороге. Страшные кадры пересмотрела Марина Светлая. Это кадры, сделанные на автомобильный видеорегистратор, один из перекрестков города Липецка. Вот дорогу по пешеходному переходу собирается переходить пожилая женщина. А вот через 2 секунды ее сбивает черный БМВ. От удара пенсионерку отбросило на несколько метров вперед. К пострадавшей бросаются прохожие, подбегает и водитель иномарки. Мужик, ты че вообще сделал-то? Автомобилист тут же хватает женщину под руки, тащит ее к своей машине. Видно, что сначала пенсионерка находится в сознании, но самостоятельно передвигаться или стоять не может. Мужчина в панике пытается открыть дверь, затолкать пострадавшую в салон. Когда у него ничего не получается, он бросает ее прямо на дороге. И на глазах очевидцев быстро уезжает. Никто не пытается его остановить. Я все заснял в видеорегистратор. Господи, что ты? Ну звони ментам, ты стоишь ты. Мужчину объявят в розыск, но с повинной в полицейский участок он придет сам, спустя почти 2 суток. Вот как он объясняет свой поступок. Я увидел бабушку, я сбросил скорость, бабушка остановилась, она не пошла. И в тот момент, когда я уже начинаю давить на газ, она побежала. Я раз ее быстренько на руки, у меня была первая задача отвезти ее в больницу. Уехал по той причине, у меня ребенок сидел, он задыхается. Как вы думаете, если ребенок видит вот это все, и когда бабушку к нему на заднее сиденье засовывают, какая реакция? Мы договорились с родственниками, помогаем ему. Согласно правилам дорожного движения, первое, что он должен сделать, это остановиться. Он должен включить знак аварийной сигнализации, выставить аварийный знак, и он должен обратиться в органы ГИБДД и вызвать скорую медицинскую помощь. Пожилой женщине, которую водитель сбил и бросил умирать, 80 лет. Она чудом осталась жива. Сейчас пострадавший находится в больнице, сотрясение мозга, лежит на растяжках. Водитель брал больную, пытался положить ее в свою машину. Этого делать не нужно, потому что у больной множественные переломы конечностей и дополнительное движение больной, перемещение может привести к травматическому шоку. Учитывая сейчас те же состояния, как состояние больной стабилизируется, ей предстоит операция на бедре, на лодыжках. В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении пострадавшей по выяснению степени тяжести вреда здоровью пострадавшей. В случае причинения тяжкого вреда здоровью будет возбуждено уголовное дело. Если уголовное дело все-таки заведут, мужчине грозит лишение прав и до 2 лет лишение свободы. Марина Светлая, Сергей Пономарев, Екатерина Белова, Христина Иванова, Первый канал.